Нет, все будет по-другому. Все будет по-другому. Все записывает звук, есть все. Так звук, наверное. Всем привет. Включение из гаража неспроста. Это уже второй дубль, на самом деле. Просто сейчас захотел записать такое начало видео. На самом деле начало видео было совершенно другое. Выбрались мы с АТВ в лес. Распинался там, все рассказывал, что как. Я там ездил к своим кроссовым мотоциклом, чтобы просто за ним ездить. Не хотел, там, в принципе, он двухместный же, этот CF-мото, но хотел все-таки сам ехать за ним, как бы, в принципе, он не очень, конечно, для этого предназначен, там, для эндуро. В общем, там, как я там разгружал, там, все объяснял, показывал, звук не записался. Поставил радио петлички, неправильно канал настроил, в общем, как карась там стоялся, просто тишина, все, в общем, и начало видео, то, что я там долго рассказывал, и в конце, то, что там уже, когда уже финалочку делал, ничего не записалось, где-то звук не записался. Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа бесконечно вечным. Куда ни посмотри, хоть вглубь бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своими там это, иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь и твой горизонт познания, ощущения и твоей природы, понимаешь? Но он несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь? Я как будто бы уже глубокий старец бессмертный. Какие-то кадры, в общем, были, там просто такая плюха просто какого-то кала просто на камеру прилетела, там просто, не знаю, 80% кадра просто какой-то там лепехой просто из грязи перекрыто, ничего не видно. В общем, ладно. Но я старался, на самом деле, просто можно было, да и просто выложить, как бы, там, отрезок, как мы ездили. Ну, не знаю, я почему-то такой замороченный, как-то хочется какую-то атмосферу передать, именно как там ситуация была. Не знаю, чтобы более как-то интересно было. Поэтому я говорю, нет, давай, это уже следующий день, я говорю, запишем уже, как бы, начало, хоть более-менее такое, ну, интро записать, как бы, объяснить, что почем. Так что, в принципе, я думаю, прикольно было бы, если, знаешь, мне попросили бы какое-нибудь там интервью сделать, знаешь, там, типа, Дудю даже этот человек не соглашался делать, знаешь, и такой, у тебя есть уникальная возможность записать интервью, просто человек. Просто тишина. Ладно, да потому что на самом деле редко просто записываешь, уже забываешь, какой канал там настроить, как бы, и вроде сейчас должно записываться, поэтому, в общем, ладно. Выбрались, искали долго места, чтобы какие-то там более-менее, чтобы хоть там водичка была какая-то, чтобы именно его потопить. Столкнулись, естественно, с первыми проблемами. Закипело у нас, повыбивали предохранители на нем, в общем, все видео. Я думаю, что будет интересно, какие-то кадры там что были, потому что там где-то звука не было, где-то просто я на грудь поставил камеру, у меня туда там лепеха кала какого-то прилетела, там половину просто, там 80% кадра просто лепешкой какой-то перекрыто, а я не видел, я на самом деле просто ездил на мотоцикле за ним, как бы, ну а что мне там ездить, там вот просто по колено воды, это, наверное, последний выезд был, просто мотоцикл этот вообще для этого не создан, как бы, чтобы именно по какому-то там... по колено в воде ездить, по каким-то болотам. Он, естественно, едет, на меня это все летит. У меня камера такая была на груди стояла, как бы там все это закидывало. И мне же не на камеру надо было смотреть. Я там сам просто еле ноги вытягивал, там, чтобы не упасть в эту кашу. Там, ну там реально по колено просто воды было, там топило. Куда? Красач. Он просто низов, вообще ноль у него нету. Как бы там просто там в отсечку долбил, там, ну ладно. В общем, как бы, в принципе, погонял. Прикольно, поэтому как-то так что-то там... более-менее покатались, как бы, в принципе, я думаю, что, ну, получится, я думаю, какой-то видосик, поэтому сыплю. Поэтому всем приятного просмотра, увидимся уже на покатушке. Заливали поцелуй на шее, как дамар. Правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стерли горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Когда ты познал, считать потерь. Сумы нули, погибать на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливали поцелуй на шее, как дамар. Правда назад, черный каскад.
закат. Вижу твой взгляд, степный гаяр. Мог тебя взять, но ты не моя. Горит красная лампочка? Да, мы почему-то закипели, блядь. В смысле? Горит лампочка, да? Горит, горит. Мы закипели, блядь. Почему? Не знаю. Стой, не надо, не заводи. Сейчас. Так. Ну что, пацаны, первая проблема. Начал кипеть. Уже почти максимум. Вентилятор не крутит. Не работает. Блин, сколько тотал мы проехали? Тотал, 116 километров. Да, он, может быть, и не работал зимой. Ну да, может, он и зимой не работал, непонятно. Ездили зимой немного, 116 километров всего. Ему 3 месяца, а ездили всего лишь мало, да. И вентилятор не греется, сейчас уже пищал. Он пизда давал? Пизда давал, да. Ну да, он давал, ну, этот, тревога, ну, этот, ну, короче, пищалка была, это что, пикалка, как этот зуммер, предупредитель, что, типа, он кипит. Ну сейчас вот мы ехали, конечно, он обдувался, но все равно вот он. Да, ехали, а сколько, подожди? Одно деление было, когда мы ехали сейчас на скорости. Ну а на скорости понятно, сейчас прохладно, сейчас там 0,1 градус, наверное, где-то примерно. Не знаю, предохранитель сейчас поищем, посмотрим. Может, дело в предохранителе. Я не знаю, в этой коробке надо посмотреть. Rare XRL Signal A. Marlowe, такой англичанин такой, блин. Вот здесь вот какой-то надо посмотреть. Из них. А знаешь, принеси этот тестер. У меня тестер есть. Не надо высовывать, чтобы ошибки потом не висели. Не, высовывать, конечно, не надо. Просто здесь вообще нигде не написано. У меня контролька, по-моему, даже была. А, есть, да? Давай посмотрим. Ну, да. Съездили на охоту. Блин. Да, может какой-то из этих, конечно, предохранитель. Ну, на вентилятор по-любому должен быть предохранитель отдельный. Ну, главное, крышку вроде снимали, ну, не сказать, что прям там выкипает все там. Жидкость есть. Косол. Все в норме. Блин, странно. Блин, 100 километров пробега. Странно. Будем смотреть, разбираться. Но если, конечно, ничего не получится, придется везти на гарантию в город его обратно. Ладно, посмотрим. Надеюсь, разберемся сами. Так я раз разобрались, с гарантией слетел. Ладно, будем смотреть. Safe Moto, сервисный центр на коленке. Такой сейчас я, говорю, наделал, все, с гарантии слетел. Сейчас я все починю. Потом приехал, такой на гарантию привез. Так, а вы предохранители проверяли? Такой, какой урод здесь лазил, бля? Это я же всего лишь предохранители проверил. Это, наверное, релюха, не предохранитель.
Думаешь? Угу. Ну, проверим. Опа. Опа-на. Опа-на. Что тут написано? Стоп. Опа-на. 1.15 не работает. Фан. Что? Фан, это что, вентилятор? Смокинг. Нет, смокинг. А, 15 ампер как раз. Фан, фан. Я не знаю, что это у них фан. Но не рабочий 100%. Вот такие предохранители хуй найдешь. Да, может, блин. А подожди, давай смокинг перекинем. Давай. Он тоже 15 амперный? Угу. Но если он сейчас сразу погорит, значит все ясно. Значит, может быть, что-то замкнул. Ну-ка, подожди-ка, теперь. Ключ поверни, знаешь, он может автоматически нет, сразу... сейчас работает. Я понял, поверни ключ, он может сейчас, если замыкание, он сразу сгорит. Не. Ну, блин, ну не крышку не ставь. Ну, сейчас как раз он должен... Сработать. Ну да, он, по идее, должен сработать. Но сейчас он остывший. Но он не включился. О, заработал. Все. Там мусор. Сейчас работает? Заработал, да. А видел мусор? Ну, песок, ну это нормально. Ну, все делаем. Едем дальше. Он, наверное, подзамерз или что-то. Ему не повернуть было утром. Да не, ты че, как он? И предохранитель сгорел. Да не, не, замерзнуть он не мог. Вот и все! Всего лишь 50 евро с тебя. Да, с моим инструментом. Ну, как, я только на выезде с чужими инструментами работаю. Все, починили. Надо предохранитель такой где-то найти. Да это предохранитель, он продается. Такие маленькие? Да, конечно, они есть, знаешь, такая стандартная упаковка, там разные есть предохранители. Такие маленькие предохранители, на Митсубиси я менял. А то прикуривается ветер нету. Как мы вам придумали? Батя Митсубиси этот, и у него такие же предохранители, я еще помню, разбирал, у него сгорело табло, которое показывает там, ну, бортовой этот компьютер маленький. И он сгорел, он мне там типа, а там, там далеко так предохранители находятся, ты к ним не подлезешь. И я помню, подлез. Так он остыл. У него одна только палочка. На, тестер, все, нормально работает. Так, все, починили. Поедем дальше. Включай полный. А чё ты на заднем едешь? Да, я включил, не включился? А? Не включилось, ты еще там буксовал, я еще думал, куда ты поехал. Туда-сюда сделай. Смотри, там на приборке загорается, что он включился. Не-не. А сделай назад чуть-чуть и вперед. И тогда попробуй включить. Во, надо, да, надо туда-сюда. Ну уже поздно. Пошел контент, паха! Ты как настоящий джипер должен был там лезть, а не по обочине обходить. У тебя должно было здесь все в говне, блин. Нифига ты не джипер, блин. Мы с тобой вместе нырять.
А, я этого для массы? Да? Быстро не едь! Потихонечку. Не ходами. А? Ну не ходами, спокойненько пробуй. Если что, залебедимся. Что? Залебедимся, если что, есть. А то ты ходами, значит. Керамгранитовая, да, крошка здесь посыпана. Зачем ты ее посыпал? Давай, не ходи.
О, заодно под защитой внутри помоешь. Говно. Ну-ка. Говно. Там сейчас вся эта грязь вынесет. Смотри, сколько крошки навалил. 123. 1, 2, 3. Даже пока не дымим. Общий пробег. И не дымим. Эта крошка плавает, да. Керамгранит, да? День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и